три команды. Ну так, пока мы думаем. Итак, продолжаем свой фристайл. Готова показать команда, прошедшая закалку и высшей украинской лиги, и в первой лиге в Минске, и в играх на Кубок СНГ в Москве. Команда «Черное золото», Азербайджан. Come and play with me, Maslikov, so fine. And you ever gonna lose their mind? Yeah. Вот, а если бы мы им еще инструменты дали, то они Украина мой талант выиграли. Друзья, лезгинка, тосты, вино, подарки. Всего этого сегодня не будет. Встречай Киев, оригинальная команда КВН из Азербайджана. Мы Азербайджан. Смуглые красавцы, нам еще раз, и будет то добре, приехать сюда в октябре. Друзья, суровые реалии Кавказа. Сын пытается отпроситься у отца на дискотеку. Папа, я иду на дискотеку. Мне вот эту футболку одеть или вот эту? Ну-ка ту покажи. Вот. Теперь эту. Ну? Теперь ту. Эту. Ту, эту, опа-па-па, ту, эту, опа-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 па. Натанцевался? Да. Спать. Ну, папа. Быстро спать. Папа, давай. Папа. Друзья, у каждого человека есть свое хобби. Итак, представьте жены филатеистов. Чехословацкая марка. В мире всего 300 штук. Цена за штуку 1000 евро. Немецкая марка. В мире осталось 200 штук. 4000 евро за каждую. Королевская английская марка. В мире всего 2 штуки. Цена за штуку 100 тысяч евро. И одну он себе купил. Лучше бы он бухал! Друзья, уже знакомая нам азербайджанская семья на прогулке. Папа, пойдем, купи! Пожалуйста, купи! Умоляю, пожалуйста! Да, хорошо! Папа, вот эти по 200 рублей, эти по 100, эти свежие. Папа, подожди! Сенсация! Недавно в Азербайджане открылся первый музыкальный канал. Встречайте, внебрачный брат Леди Гаги! Леди Мага, это я! Целую ваши души! Пойдемте праздновать. Пойдемте. А? Представьте, ночь, криминальный район, самый трусливый кавказец. Друзья, все мы видели выступления официальных лиц на молодежных мероприятиях. Но мало кто знает, что все они совершают одинаковые ошибки. Спасибо большое. Дело в том, что сегодня... Спасибо большое, что я приехал далеко, жмерен. Вот. Но самое главное, что КВН сегодня в этом зале, это просто замечательно. Вы такие... Спасибо большое. Но самое главное, что это... О, Господи! Друзья, все мы знаем, что Андрей Шевченко уходит из большого футбола. И на секундочку представьте себе, как же это будет выглядеть. Андрюша, ну куда же ты ушел? Как же ты сборную без капитана оставил, а? Андрюша, постой! Ты же умный человек! Зачем тебе в политику? Андрюха, да иди в эту политику! Деньги те же, а работы в разы меньше! Андрюха, то, что ты не оправдал их ожидания, это их проблемы. А, Шевченко! Ты кто такой? Давай, до свидания!
Андрюха, ну если ты нас не слушаешь, хотя бы музыку послушай, чувствуешь, как она нагнетает? Андрей, когда зрители на стадионе кричали «Украина, вперед!», это было просто так, это не намек. Андрюха, ну если ты нас не слушаешь, музыку не слушаешь, народ украинский послушай. Ребята, давайте, поддержим его. Ну, ребята, давай. Жюри, поставьте ему пятерки. Ну, может, не сейчас, можно потом, конечно. Да стойте! Я все понимаю, я ушел из сборной Украины. Но вам, азербайджанцам, какая разница? Ты нашу сборную по футболу видел? Помоги по-братски. Пожалуйста, помоги. Представьте, арабский телеканал 21.00. Вассаламу алейкум, шальмандуль. Шамиляхи мильхантули, шабалабала, шабалабала. Хам Степашка, хам Филя, хам Хруша. Хруша? Хруша, но-но-но. Хруша харам, хруша харам, барашка но харам, муа, шамиля химилка. Летним Олимпийским играм в Лондоне посвящается... Если к медалям молдаван добавим мы Таджикистан, медали прибалтийских стран и все, что взял Туркменистан. Затем добавим мы борцов и казахстанских молодцов, медали братских нам славян и мощный Кыргызстан. Подождите, подождите. Но мы все равно вторые. И медали из Азербайджана. Подождите, так у Беларуси же отняли одну золотую медаль. Вот именно, друзья. А когда мы были одной большой страной, у нас никто ничего никогда не отбирал. Ведь это же была непобедимая страна. Друзья мои, в этом мире всегда вместо чего-то старого приходит что-то новое. Вот была одна старая азербайджанская команда КВН. Она ушла, а вместо нее долгое время из Азербайджана никого не было. Команда КВН «Черное золото». И снова здравствуйте, Александр Васильевич.